Важно ли найти своего гуру, учителя, или получать знания можно напрямую от источника? Неважно. Ну, то есть, если у тебя есть гуру, ты его встретишь. А тебе не надо никого искать. Ты просто увидишь и узнаешь сразу. А если нет, то просто пока нету. Ну и можно самостоятельно практиковать. То есть искать гуру из головы, потому что вот гуру Потому что так предназнание. сказали, да, потому что сказали, я теперь найду чувака или какую-нибудь женщину на Ютубе, и она будет моим гуру, потому что я так решила. Ну, во-первых, нет. Во-первых, я тебе скажу как гуру, что я чувствую, кто мой ученик, а кто мой клиент. Потому что я могу решить вопрос человека и решить, это мой клиент. То есть он приходит, он говорит, у меня вот это, вот это, вот это, вот это. Или ему нужны какие-то знания, он просто покупает мой курс. Это может быть не мой ученик, может быть какой-то клиент. А иногда я чувствую, что человек — это мой ученик. И я это чувствую, но по-другому его чувствую. И я его могу даже не, ну, в каких-то моментах, ну, не отпустить, если у него какая-то начинается шаткость. Типа, ну я, наверное, вот, типа, тут. Я говорю, ты, например, уверена, что ты сама дойдешь дальше-то? И человек как бы говорит, ну нет, просто вот у меня там какие-то сомнения, мне страшно, мне стрёмно. И тогда это тоже можно решить. Ну то есть каждый человек, и мастер понимает, кто его ученик, а кто просто там сидит, уши греет или из каких-то там других конструкций находится, да? И ученик понимает всегда, это учитель его или просто там лектор. Это же не, ну, не тоже не хуже, там просто человек, который дает какую-то информацию. Он сколько этих людей, которые что-то рассказывают. Но не каждый будет духовным наставником твоим, и не каждому ты доверишься. И не каждому у тебя импульс пойдет слушать его. У меня, когда я чувствую, что у кого-то что-то есть для меня, у меня прям сильный интерес появляется к человеку. Прям я такая, точно, мне это надо. Прям у меня фиксация. Такая, да, у меня прям как из груди желание прям возникает к человеку больше узнать его, больше общаться, о чем-то как бы поговорить, увидеться, прийти к нему. И тогда я это делала. А ты больше, скажем так, реагируешь на энергию человека этого или на то знание, которое вот он... Ну, это же неразрывно. Если он просто сидеть будет молчать, наверное, нет. Скорее, это должно быть вместе, симбиотично, то, что он говорит, и как он это делает, и я чувствовать начинаю и энергию, и слова вместе. Я так, ну, по крайней мере, из того, что я уже выбирала в своей жизни, это так было. А для тебя важно, чтобы этот человек сам вот отражал то, чему он учит, то знание, которое он несет? Это шаблоны. Я так раньше могла тоже думать, но потом я увидела, что мои учителя могли быть очень стрёмными людьми, с болезнями даже могли быть. Но они были учителями на уровне магов высшего класса, то есть на уровне Дона Хуана, там, если не более. Они могут быть вообще по-всякому выглядеть. Это же игра. То есть такой человек может выбрать находиться, скажем, в болеющем, страдающем теле, но при этом... Да, вообще ты не знаешь, почему он такой. А может, чтобы тебя обмануть, может, проверить тебя. Может, ты где-нибудь договорилась, что ты встретишь учителя, и что ты типа выберешь его, но не обманешься сердцем. А он тебе такое хоп, испытание такое. А ты меня таким вот узнаешь, ты примешь меня таким или нет? Или ты начнешь ебать мне мозги и говорить, как Муджи, почему ты такой жирный? Это невозможно. Если бы ты был нормальный, ты бы не был таким жирным, ты был бы качок. Если ты бог, почему ты не качок? Ну, как бы, начнешь как бы просто свои программы накидывать ботские на человека, а ты, ну, просто мы не знаем, что, ну, вот если брать особенно всяких этих духовных учителей, наставников, святых, кого угодно, игроков высокого порядка, они же, во-первых, очень пластичные. Они в своем вообще мире живут и играют свою индивидуальную игру с каждым человеком. И для кого-то один человек может быть очень добрый, а для кого-то он может быть прям демон. Это всегда тонкая психоделическая игра, и здесь вот это невозможно натянуть. Типа, ты не так выглядишь или не такой, у тебя нет денег, я у тебя не буду учиться. Ну и как бы не учись. Иди куда хочешь, иди, найди то, что тебе нравится. Но это, ну, то есть это не одно, вообще никак не связано с другим. Можно быть там, ну, может быть там в отношениях, не в отношениях, женат, не женат, там красивый, страшный, толстый, худой, накачанный, не накачанный, здоровый, больной. Это вот ты просто сама чувствуешь, что это твой гуру. Сатурн вот хромает, например, как его индуисты изображают. Ну что ты скажешь, вот если бы он ты был не хромой, то нормально, а так ты что-то как-то ходишь не так, видимо, у тебя проблемы какие-то, сапожник без сапог.
Ну вот как бы. Это, видишь, издержки того, что духовное знание, оно стало доступно всем. И все свои ботские программы натягивают сюда. Я хочу, чтобы только так было. Ну, пожалуйста, хоти. Ну да, ты говоришь про игроков высшего порядка, а я... А по учителя они есть игроки высшего порядка. Ну да, но получается, если смотреть, что любой человек может быть твоим учителем в чем-то, да? Ну нет, вот. Это я тебе про другое говорю. Угу. Я тебе говорю про духовного учителя твоего. Угу. А то, что ты из каждого можешь что-то извлечь, так ты можешь, конечно. А причем тут тогда, как он выглядит? Ну, в обычной жизни, если говорить, да, про какие-то такие вещи бытовые, я вот не пойду, например, учиться на курс по питанию от человека, который, например, ну, плохо выглядит, нездорово, например, но создал курс по питанию. Или человек без отношений, который учит, как отношения сохранить, например. Вот. Вот такие вещи. Но это, опять же, наверное, ограничения какие-то. С одной стороны, они полезны, но с другой стороны, они не распространяются, видимо, на какие-то более высокие слои. Ну почему? Ты просто можешь это сердцем почувствовать. Человек может быть там не в отношениях, но он может чему-то тебя научить. Он не обязан это применять в своей жизни. Он может знать, а может не знать. И также ты можешь прийти к красотке на какой-нибудь, на ее там прокачку по питанию и ничего для себя не извлечь вообще. Она будет сидеть так: давайте помолимся над этой едой, над этим авокадо. И то же самое будет. Это вот каждое просто вот нужно выработать в себе, как у животного, нюх, поисковой инстинкт. И ты просто чувствуешь вибрацию и идешь туда. Почуяла, понюхала, двигаешься дальше. Почуяла. И не, ну, типа, не на формы обращать внимание, а на энергии. И вот нравится, значит нравится. Не нравится, значит не нравится. Если он как-то стрёмно выглядит, так и тебе еще и не нравится, и что-то тебе втирает, так зачем тебе это надо? Так говоришь, до свидания. Дорогие друзья, привет! Я Аверина Татьяна. Сейчас я нахожусь на Бали, но очень скоро я поеду в Москву. И в октябре, в середине октября, возможно, ну вот в один из уикендов октября я проведу тренинг «Портал 3». О чем он будет, это пока что загадка, но могу сказать, что немножечко намекнуть, что мы будем открывать в себе теневые и очень чистые божественные аспекты женской природы. Но если вы мужчина, вы тоже можете присоединиться, потому что в нас, во всех есть и инь, и ян. Вот, и я очень желаю нашей встречи с тобой. Приходи, записывайся. Анкета предзаписи будет под этим видео. До встречи!